Парковка на 25 мест появилась на одной из самых проблемных автостоянок города – у детской поликлиники. Теперь можно спокойно оставлять свой транспорт для родителей, которые привозят в поликлинику и больницу своих детей. Это настоящее спасение. Парковка на улице Чехова еще пару дней назад находилась в плачевном состоянии. Ямы, изношенный асфальт, да и мест для автомобилей не хватало. Теперь оставлять транспорт родителям, которые привозят детей в поликлинику, удобно и безопасно. Работы по укладке нового покрытия здесь завершились минувшей ночью. Сюда в течение всего дня на машинах привозят детей, особенно оживленно в утренние часы. Очень маленькая стоянка, я в ночь отхожу, припарковаться абсолютно негде. Места мало. Даже вот несмотря на то, что отремонтировали. Это, конечно, лучше стало, потому что здесь такие огромные ямы были, что сейчас мало, детей много возят. Парковка-то хорошая, только въезд очень узкий. Вот, а так хорошая парковка. Разметочку и въезд по-нормальному сделать, и нормально будет все. В администрацию Северодвинска обратилось руководство соседних медучреждений. Несмотря на то, что поликлиника и больница находятся в региональном подчинении, городские власти стараются помогать. Глава города еще и председатель попечительского совета детской больницы. По его поручению и началась реконструкция. На парковке вырубили старые тополя, восстановили пешеходный тротуар и установили леерное ограждение. Накануне ночью на площадке убрали мусор, а уже сегодня нанесут разметку. Здесь 25 парковочных мест. В августе комитет ЖКХ завершит благоустройство высадкой новых кустарников.